Всем привет! Меня зовут Салтанаша Ямарданова, и сегодня я вам расскажу, как работает наш клуб Incruises, клуб любителей круизного отдыха. Наш клуб путешественников Incruises был создан в 2016 году. Мы специализируемся только на круизах. Почему? Потому что на сегодняшний день круизный отдых каждый день набирает обороты. Все больше людей интересуется этим видом отдыха, он популяризируется. И в нашем окружении, к сожалению, ходит такой миф, что круизы это дорого, круизы это небезопасно. И мы сейчас развеиваем эти мифы и показываем людям возможность. И сегодня я расскажу вам, чем круизы отличаются от других видов отдыха, почему сейчас круизный отдых набирает обороты с каждым днем и как, сотрудничая с круизным клубом Incruises, можно экономить со скидкой 50% и отправляться в круизы в любую точку мира, где существует международный морской порт. Сейчас я вам покажу, как работает наша система бронирования, с какими круизными линиями мы работаем. И вы увидите, как на нашем сайте можно напрямую от круизных линий приобретать круизы с 50% скидкой. Итак, давайте начнем обзор нашего сайта и переходим к системе бронирования. На сегодняшний день Incruises Booking предлагает вам более 5500 направлений с любой точки мира, где есть международный морской порт. С какими компаниями круизными мы сотрудничаем? Мы сотрудничаем с самыми крупными брендовыми круизными линиями, такие как Royal Caribbean, MSC, Costa, Norwegian Line, Disney Cruise, Celebrity Cruise, Azamara Cruise. И все эти круизные линии, они между собой конкуренты, но они все предлагают услуги в сфере отдыха круизного. Все эти круизные линии, они входят в Международную ассоциацию круизных лайнеров, которая называется CLIA. В связи с этим, между нашим клубом и этими круизными линиями есть специальный договор, благодаря которому наши клиенты приобретают круизы со скидкой. Доступно бронирование круиза только членам клуба, которые попали в наш клуб Incruises. То есть это закрытое сообщество любителей круизного отдыха. Чем же круизы отличаются от других видов стандартного отдыха? Обычно мы предпочитаем пляжный отдых либо евротур. Так вот, круизы – это сочетание пляжного отдыха и евротура. Почему? Потому что сам по себе лайнер – это огромный отель на воде, где есть множество горок, развлечений, и этот же лайнер вас перемещает из одной точки в другую. За 7 дней стандартного круиза вы можете увидеть 6 городов, 3 страны, и это 7 остановок, 7 дней. Один день вы проводите в море. Это очень круто, потому что за короткий период у вас есть возможность. В каждом городе вы останавливаетесь день, то есть с 8 примерно до 7 часов у вас есть возможность изучить архитектуру, изучить вообще город новый. Причем в 7 часов вечера вы садитесь на корабль, и корабль отправляется дальше. Вы при этом развлекаетесь, ходите в рестораны. Очень много красивых роликов вам, наверное, предоставили, уже показали, какие сейчас на сегодняшний день лайнеры бывают, и какое там море приключений различных на самом лайнере. Даже иногда просто неохота выходить с этого лайнера. Так вот, лайнеры бывают разные, там от 16 этажей и выше до 20, как вот 20-этажный. На 20-этажный дом, представляете? То есть такой огромный отель на воде, который каждый день принимает новых гостей, каждый день задает номера, и он ездит по определенному своему маршруту. Так вот, круизы на сегодняшний день набирают популярность каждым днем все больше и больше, и люди хотят отправляться в круизы, потому что это экономия, в отличие от евротура. Вы не переживаете по поводу отелей, вы не переживаете по поводу развлечений, вы не переживаете по поводу транспорта, и вы не мучаетесь с чемоданами. Один раз вы приходите на корабль, распаковываете чемодан, и все. И каждый день с сумочкой можете выходить с маленькой, и при этом каждый день новой страны. Это очень здорово. Привилегии членов клуба Incruises. Люди, которые регистрируются по реферальной ссылке партнера клуба, имеют уже доступ к инкрузовскому букингу, где имеют возможность выбрать один из вариантов бронирования. После регистрации в клубе вам открывается автоматический круизный счет, но на счету у вас 0 долларов, потому что у вас регистрация была бесплатной. После того, как вы выбрали направление, в принципе, с семьей определились, куда бы вы хотели поехать, далее что вы делаете? Вы пополняете в клуб свои средства из расчета. Сейчас я покажу, как это работает. Наша программа напоминает программу жилищных сбережений. То есть вам открывается счет на покупку только не жилья, а на покупку круизов. Этот счет работает на вас. У нас есть внутренняя запатентованная валюта. При пополнении вашего 1 доллара внутри системы ваш доллар конвертируется в 2 круизных доллара.
В нашем клубе есть ежемесячный членский взнос, то есть все люди, которые находятся в этом клубе, ежемесячно пополняют свой круизный счет на свои же путешествия в размере $100. И при пополнении, допустим, сегодня 4 мая, при пополнении своих $100, по конвертации на вашем счету становится 200 круизных долларов. То есть ваши деньги удваиваются. Эти деньги вы можете потратить только на покупку круизов. Проходит месяц, 4 июня вам опять выставляется счет на $100, у вас эти $100 конвертируются в 200 круизных долларов сразу. Допустим, третий месяц опять 100, четвертый месяц у вас не получилось положить, такое тоже бывает. Тогда на второй месяц вы ложите сразу 200 за 2 месяца. 200 превращается в 400. И давайте подытожим. За 5 месяцев, допустим, вы пользуетесь этим счетом, и у вас будет 500 ваших денег, которых вы положили. Внутри системы это будет на вашем круизном счету 1000 круизных долларов, которые вы можете использовать на покупку круизов. В этом и заключается эта 50% скидка для членов нашего клуба. Первый год вам доступно 60% от вашего круизного счета. То есть у вас на счету 1000 круизных долларов, 60% при этом доступно. Это сколько будет составлять? 600 круизных долларов вам доступно. Вы, в принципе, хватит вам этих денег для покупки круиза. Вот на этом пример. На официальном сайте Коста, допустим, этот круиз стоит 600 евро. На нашем официальном сайте клуба он стоит 600 круизных долларов. По сути, вы положили свои 500, за 600 купили круиз, по цене от круизной линии, и у вас еще осталось 40%, 400 круизных долларов на следующий круиз. Выгодно? Конечно же, это выгодно. И поэтому каждый наш член клуба ежемесячно откладывает свои деньги для того, чтобы понимая то, что его счет каждый раз увеличивается. Теперь вопрос многие задают. Сколько я должен накапливать до своего круиза? Вы будете докапливать до такой степени, пока у вас сумма не хватит на покупку круиза. Либо, если вы не хотите ждать, вы можете что сделать? Через 14 дней из этих 200 круизных долларов вам будет доступно 60%. То есть 120 круизных долларов вам будет доступно. Если выбранный вами круиз стоит 600 круизных долларов, минус 120, вам остается доплатить только 380 карты, и в принципе уже вы в плюсе. Потому что по таким ценам нигде не продают круизы. Во-первых, в эту стоимость входят уже налоговые сборы, портовые сборы, и у вас ваши деньги на вас же хорошо и поработали. Положили 100, использовали 120. Чем больше вы откладываете деньги в нашем клубе, тем больше же составляет ваша прибыль. Каждый член клуба может с собой взять 3 гостей, которые не являются членами этого клуба. То есть открыли счет папа, допустим, в семье, деньги определенную сумму накопил, если эта сумма хватает на поездку всей семьи, пожалуйста, он может добавить пассажиров, людей, которые не открывали счет в нашем клубе. Итак, давайте подытожим. Вы увидели, как круто работает система накопительная. За ваши деньги вы можете не переживать, они никуда не инвестируются. Ваш счет всегда вам доступен. Как только вы выбрали круиз, вы переходите к системе бронирования, вам будет написано, какая сумма денег доступна из общего вашего счета. И вы в 2 клика, не предупреждая компанию, в принципе, можете купить себе круиз тогда, когда вам захочется.